25-й юбилейный бизнес-инкубатор «Астарт» выбрал 11 победителей. Вскоре они получат не только почетное звание резидента Академпарка, но и комфортные рабочие места. Жалко, что я гуманитарий. Я бы осталась в таком офисе. «Астарт» он позволяет выстраивать команде проекта свою траекторию развития, понять свои рынки, понять позиционирование своего продукта и услуги и четко понимать, в каком направлении двигаться. Мы помогаем им снизить риски тем, что мы их принимаем на бухгалтерское, юридическое сопровождение. Мы помогаем с привлечением дополнительного финансирования. Данный продукт был разработан на базе авиационного учебного центра аэропорта Толмачева. Там есть у нас техническое средство досмотра, такое как рамочка и как прибор. Используя данные тренажеры, можно подготовить сотрудников транспортной безопасности для работы с данными устройствами. Передо мной рамка, как в настоящем аэропорту, а перед рамкой стоит пассажир. Нужно ему сказать: «Проходите». Пассажир проходит в рамку. Теперь нужно досмотреть. У меня в руке металлоискатель. Им я обыскиваю пассажира. На экране передо мной загораются надписи, что найдено. Сейчас обнаружена зажигалка. Продолжаю осмотр. Кажется, этот пассажир не опасен. Маленькие, простые контроллеры, которые выполняют какую-то простую логику с маленьким количеством ввода-вывода. Таких решений на рынок сейчас нет. И они нацелены на простую автоматизацию простых устройств. Например, как водонапорные системы, например, на дачных сообществах. Да? Нам нужно включить мотор, наполнить цистерну, при этом желательно сделать в ночное время. Вот это устройство подходит для этих решений. Все чаще научные сотрудники не дожидаются, когда какие-то компании заинтересуются их разработками и создают такие компании сами. Например, эта группа исследователей работала не с привычными мышками, а вот с такими толстенькими гусеницами. Мы боремся с насекомыми вредителями. Был выделен новый штамм вируса цитоплазматического параллелидроза сибирского шелкопряда. Мы решили этот вирус запатентовать на отдельную фирму и потом начать активно применять. И для борьбы с сибирским шелкопрядом, и к тому, что еще вот придется. Обычная химия, конечно, тоже хороша, но вот в частности в этом году в Новосибирской области, когда одна у нас компания побрызгала химией, потом пчелы умерли. По традиции, следующий бизнес-инкубатор запустят через полгода. Молодых инноваторов на этот раз ждут в марте. Свободные места есть.